Тюльпанов нет, зато есть много другого не менее интересного. В Музее промышленности и искусства презентовали выставку «Открытие Голландии». 2013 год объявлен годом России в Нидерландах. Иванова решила не оставаться в стороне, тем более, когда есть что показать. В коллекции Дмитрия Геннадьевича Бурылина около 100 раритетов голландского происхождения. Это и нумизматика, это коллекция голландских монет, это библиографические редкости, такие как издание Эльзевиров, лицевая библия Пискатора. Это и другие библиографические редкости 17 и 1-3 17 века. Жемчужина коллекции – библия Пискатора. Когда-то она была приобретена сенатором Дмитрием Равинским у известного петербургского библиофила Василия Клочкова. Бурылин выкупил книгу у вдовы Равинского. Издание по-настоящему уникальное – это раритетная библия в лицах. Впервые Клаус Янс Висхер, автор этой библии, стал вставлять изображение в текст библейский. Библейские сюжеты были на мотивы фламандских художников. Датирована книга 1650 годом, то есть она была выпущена уже после смерти Клауса Янса Висхера, его сыном Николасом Висхером Пискатором. Еще одна редкость – бронзовая медаль с прижизненным изображением крупнейшего ученого эпохи Возрождения Эразмом Роттердамским. Медаль датирована 1519 годом. Сейчас их всего около 10 экземпляров по всей Европе. По соседству расположились книги популярнейшего в Западной Европе издательства «Эльзевир». В экспозиции представлены медицинские справочники на латыни, датируемые серединой 17 столетия. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.